Очередной Т-10 готовится к пробному заезду. Здесь еще многое временно установлено. Например, это подстилка на сиденье, нет липучек. Сам подголовник тоже не отсюда, тут должен быть красный. Гайка не отсюда. Нет трубок для цепи. И нет тормозов и переключателей. Но для тестового выезда этого должно быть достаточно. Рулю одной рукой, второй держу камеру. Доезжаю до асфальта, еду по колдобинам с довольно крутым уклоном по горизонту. Все нормально. Подвеска для меня жестковата, ну потому что я легкий, только 60 километров. Сейчас выезжаем на трассу. На асфальт. Все, с передачи не хватает, уже нужен переключатель. Попробуем еще быстрее. Я не могу повысить передачу сзади, перекинув впереди. Хотя у Бафана нет переключателя впереди, а здесь будет стоять мотор Бафана. Сейчас проверим радиус разворота. Очень маленький. Так, стоп. Тормозов тоже нема. Пробуем максимум топ спид. О, шатун раскрутился. Забыл закрутить. Думаю, до дома доеду. Поведение на колдобинах стабильное. Очень хорошо. Минимальный радиус разворота, конечно, меня приятно удивляет. Вот, это минимум. Просто той рукой неудобно.
Все, поехали домой. А то левый шатун вообще вид валы, вся. Забыл закрутить.